Друзья, я думаю, ни для кого не секрет, что старинные вещи стоят очень дорого. Заработать деньги на продаже антиквариата, старинных монет, можно с помощью аукциона Виолити. Здесь можно посмотреть цены, оценить свой товар, открыть торги и зарабатывать на этом деньги. Все ссылки на аукцион Виолити и канал YouTube будут в описании под роликом. Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор на монету СССР 1 рубль 1990 года. И монета посвящена 130-летию со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова. Такая вот красивая, шикарная монетка. Антон Павлович Чехов – классик мировой литературы. Родился 29 января 1860 года по новому календарю в Таганроге. По профессии врач, почетный академик Императорской академии наук по разделу изящной словесности. Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад» на протяжении 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчества Чехов создал более 500 различных произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы. Умер 15 июля 1904 года по новому календарю в Германии, Баден-Вайлере. Гроб с телом писателя был доставлен в Москву в вагоне с надписью «Устрица». Кто-то воспринял как насмешку над великим писателем, однако в начале 20 века немногие вагоны были оборудованы холодильными установками. 22 июля 1904 года состоялись похороны. Итак, перейдем к монете. Номинал 1 рубль. Материал медно-никелевый сплав. Вес монеты 12,8 грамма. Диаметр 31 мм. Толщина 2,3 мм. Гурт гладкий и две вдавленные надписи. 1 рубль, между ними две вдавленные квадратные точки. Тираж данной монеты 2 миллиона 600 тысяч штук и средняя стоимость на данный момент от 80 до 250 рублей, в зависимости от состояния и у кого вы приобретаете. На этом я хочу закончить свой обзор. Кому понравилось, оцените, пожалуйста, лайком. Кому не понравилось, дизлайком. Кто не подписан на канал, подписаться. Все, всем пока.